Экстра-бау. Порой у людей бывают различные проблемы, чаще всего с видеокартами от NVIDIA, но сейчас не об этом. Иногда каждый из нас попускался в каких-то местах, в кафе, в кино, в театре, на улице, но больше всего случаев происходят в играх. И сегодня мы вам покажем самый народный топ-5 дай 5 попусков Антона Фиксера, стримера PRP и не только. Открывает наш топ-попуск Фиксера на Гранде, когда один из зрителей посоветовал нажать на одну из кнопок, которая показала лучшую функцию на этом сервере. Место номер 5. Сейчас вроде полегче с этим, но все довольно больших денег стоит. Есть инфляция. Дворник на F. Сука, блядь! Мразь, так... Временное отстранение, Блэки. Немножко пусть подумает над своим поведением. Мразота просто. Вот, когда я засыпающий, максимально уязвимый, еще и без бензина почти еду, блядь. Каждая капелька на счету. А, это Фибоначчи сказал, да? А, ну понятно. Ну понятно, блядь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ой, ну хоть водички попью. Следующее место. Парашный пистолет. Место номер 4. Это же твой парашный пистолет, лутать не буду, нахуй. Я напился пива и устал за сегодня. Мне лень говорить. А вот это хуел, кстати. Молчи, заебал. Продолжит наш топ-слабость Джона Хуманса. Место номер 3. Значит, кроватница. Таким образом, чтобы человек не освободился никогда ни за что. Сэр, я напоминаю вам об ответственности, если вы попробуете совершить побег. Каким-то образом нестандартно. Можете осуществлять свое право. Понятно. Игорь! Беги. Беги. Джон Хуманс запомнил тот случай, но он забыл, как стрелять из тазера. Это и служит заголовком из следующего места. Место номер 2. Я держу тазер. Сука, блять. Держу тайзер. Да бля! Да ёбаный рот, блять, нахуй! Сука! Пиздец, блять, я в рот ебал! Ну и главное место в нашем топе занимает самый свежий попуск Антона Фиксера. Первое место! Открыть огонь. Я хочу пиццу. Ну, открывай, хуй попадешь. Я хочу пиццу. Проведение процессуальных действий на 6 метров. Я хочу пиццу. Как ты, блядь, паркуешь свою машину? Я хочу пиццу. Выйти из машины — последнее предупреждение. Ты чё, слепой? Я хочу пиццу. Я на машине стою, лё. Выйти. Отказывай, бро, эту фигню. Он видит, что я в машине стою? Что, я Вальхейм Блэквотер. Ждание, спуститесь, пожалуйста. Кто я? Вы смотрели топ-5 дай 5 попусков Антона Фиксера. Ставь лайк, подписывайся и жми на бубенцы нашего канала, и вы получите бесплатный промокод для Додо Пиццы. А также заходи в наш паблик и голосуй за новый топ. Все равно народного топа нет. Выбираем все мы элитиум, поэтому всем пока.